Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз поговоримо про таку цікаву тему, як на Дніпропетровщині дайвери встановлять новорічну ялинку вже традиційно на дні кар'єру. А коли та де, про це нам розповість власне організатор та керівник школи дайвінгу Андрій Воробйов. Пане Андрій, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте, де та коли? Почнемо з цього. В этом году традиционно мы ставим елку в нашем Новониколаевском карьере 25 декабря. Чаще всего мы елку погружаем на разные глубины, но в этом году решили остановиться на одной из глубин. Это будет 30 метров. Там есть под елку специальный пьедестал у нас, с которым связана некая история. История этого года у нас исчезает уже в который раз экспонат. Экспонат Ленина, если слышали, у нас там есть такой перекрашенный, переделанный полностью бюст Ленина, достаточно большой, и вот он второй раз уже исчезает. Мы решили на его место поставить елку, может быть, он прекратит исчезать, и мы его таки найдем. Почему вы возникаете? Неизвестно. Он простоял уже много лет, и вот в одном из погружений выходного дня мы обнаружили, что его просто нету. Пришли, нету. Раз... Поискали, нету. Пошли глубже в водоем, нету. На третий раз таки нашли. Он лежал на глубине 45 метров. Как он туда свалился, неизвестно. Такая мистическая штука. Подняли его, поборолись за его существование, вытянули обратно на 30. Пришли на следующий день погружения, его опять нету. Поэтому там будет вместо него елка в этом году. Повертаючись до ялинки, як багато дайверів буде спускатися, так, погружатися, занурюватися в воду, яка це буде процедура, чи спочатку, там, можливо, якісь є традиції, там, випити там, бокал шампанського або ще щось, чи ви всі разом цю новорічну ялинку будете прикрашати? Елку мы, скорее всего, нарядим уже до погружения, потому что это достаточно удобно взять уже готовую елку и поставить ее ровненько, красиво на ее место, где она будет стоять. Дайверская традиция, которая уже много-много лет, поэтому мы решили оптимизировать максимально наши усилия, чтобы это сделать быстро, красиво и без каких-то дополнительных трудностей. Опять же, для дайверов. А сколько будет дайверов? Приглашаем всех желающих, кто может погружаться в холодную воду, кто действительно обучен погружаться на достаточно большую глубину, потому что 30 метров это немало. Вода в нашем водоеме круглый год 4 градуса, поэтому зовем всех ребят, которые подготовлены. Сколько приедет, столько приедет. В прошлом году было 20 человек, позапрошлом было чуть меньше. Посмотрим, сколько будет в этом. Это уже какой рік буде поспіль? В Днепре, в городе Днепр, как таковой, мы эту традицию уже, наверное, сопровождаем 17-й год. Ого, достаточно много, да. Мировая традиция установок елок, не могу сказать точно сколько, ну вот у нас это будет 17-е. Ну круто, слухайте. Дуже багато журналістів кожного разу приїжджає на ваш заход. Як з чим ви це пов'язуєте? Як гадаєте, чому так цікавить ЗМІ і взагалі суспільство? Така ваша традиція? Чи приємна вам така цікавість? Ми це можемо зв'язати, мабуть, тільки з одним. У дайверів Новий год починається якраз з моменту, коли вони поставлять ёлку під воду. Такая себе традиция экстремалов. Вот в нашем случае это погружение елки под воду, это некое начало нового дайверского года, новой жизни. Все мы верим в той или иной мере в какие-то окружающие нас мистические штуки. Вот как раз для нас это маленькая мистика новогоднего праздника. Это вообще такая традиция у свете у всех дайверов? Да. В основном дайверы, неважно, где они живут, они пытаются на Новый год обязательно поставить елочку. У кого-то есть просто даже такая фанатичная традиция. У нас есть пару знакомых, которые даже отказываются в канун Нового года, если я перед Новым годом не поставил, ну, общепринятым Новым годом не поставил елку под воду, то для меня это не Новый год. У нас даже пару было интересных скандалов с этими людьми, даже в заграничных поездках. Ребята просто брали какой-то обычный кувшин, цветок и тянули его под воду, лишь бы только отметить такую традицию.
потому что мы им не дали елку когда-то. Мы сказали, поставим ее прямо в Новый год. А что происходит с ялинкой, когда вы там ее ставите? В этом году, наверное, она будет без гирлянды у нас, потому что мы до сих пор гирлянду не смонтировали. И, наверное, как я и сказал, мы упростим момент погружения елки, чтобы не ставить ее с каким-то количеством электричества под воду. Мы ее просто красиво поставим, она будет сверкать в каких-то естественных абсолютно игрушках, без какой-то дополнительной электрической запитки. И думаю, через пару недель, в канун, как это принято у нас говорить, старого Нового года, мы ее оттуда уберем. То есть мы не оставляем елку на целый год, ни в коем случае, елка искусственная, и мы как ставим ее, так ее и забираем. Что ее будет окружать, пока нас там не будет, я не знаю. Наверняка какие-то местные жители. Там очень много разной живности, которая живет в глубине карьера. Может, будут даже хороводы водить, кто знает. Это такое виноваричение. Там також є у вас під водою музей. Давайте нагадаємо та обіцянам розкажемо так про нього, які там є експонати. Можливо, якісь останні нові, ну, крім ялинки, яку ви зануриТе. Да, собственно, один из экспонатов, который постоянно убегает от нас, это огромный бюст Ленина. Собственно, его окружают еще многие другие экспонаты, которые мы туда за время наших погружений в этот водоем аккуратно поставили и превратили этот водоем в подводный парк. Там есть автомобиль, там есть даже скелет автобуса, там есть у нас такое некое подобие офиса, стоит металлическая старинная печатная машинка, сейф, в котором хранится, кстати, новогоднее шампанское. Оно ждет уже нас почти год там. Мотоциклы есть. Все это достаточно хорошо приукрашено манекенами. Даже есть манекен такой женщины-воительницы, валькирии. Поэтому для тех, кто любит погружаться в холодную воду, там всегда интересно и есть что посмотреть. Як багато років цей музей збирали експонати? Начали ми погружатися в этот водойом лет 15 назад. Наверное, где-то через пару лет, когда мы нашли кем-то сброшенную туда машину, у нас появилась идея, что пора тут чего-то организовать интересного для людей, и я имею в виду для погружающихся людей. И сделали так по чуть-чуть подводный парк. На разных глубинах, разные экспонаты, это достаточно живописно, есть где погулять, по-дайверски погулять. Я думаю, что те, кто погрузится, вам понравится. А что до останнего экспоната? Чи згадаєте, який був останній? Да, у нас один из... Такие, дайверы не говорят последний, дайверы говорят крайний. Крайний, да. Один из крайних экспонатов. Это был такой манекен несколько нестандартного вида. Его одели в достаточно яркие одежды, прозвали так между нами дайверами извращенцем. И он спрятан от общего маршрута. Его этот манекен посещает только тех, кто участвовал в его погружении. Поэтому это был один из ярких таких персонажей, которые охраняют глубину. Також хочеться в ефірі телеканалу «Випрямого», так, почути, можливо, якийсь ексклюзив, можливо, що ще плануєте туди занурити найближчим часом або в планах. В ближайшее время у нас один из дайверов приготовил огромную сварную скульптуру слона. Он его окрасил в золотой цвет, покрасил. Этот слон будет неким подобием слона, который находится в Дахабе. Дахаб — это одно из поселений Египта. Дахаб является дайверской столицей, большой, куда приезжают дайверы со всего мира. Так вот, у нас один из дайверов решил сделать такого некого двойника-клона на свое усмотрение, и я надеюсь, что в скором будущем этот слон появится в нашем парке. Дякую. Достаточно огромная штука. Что будут питания? А в мене ще будуть питання. Взагалі-то, як ви оцінюєте дайверську спільноту, дайверський рух у місті Дніпро? Адже тут, ну, мало є де занурюватися, я правильно розумію?
Наверное, так скажу, что у нас одна из сильнейших дайверских общин, дайверского движения, которое только можно придумать. Почему? Потому что ребята достаточно активно погружаются, как у нас, так и выезжают за рубеж куда-то, к теплым морям, океанам. Ребята постоянно проходят дайверские курсы, обучаются, совершенствуются и приводят друзей. Поэтому я могу сказать, что, наверное, у нас одна из таких сильнейших дайверских школ, движений, которые есть в Украине. Что касается мест погружений, при желании у нас есть где нырять. У нас много водоемов, у нас даже можно какие-то организовывать выезды в пределах области для погружений. Да, это не так, конечно, может быть красочно и красиво, как в том же Египте, но у нас это достаточно экстремально. У нас это требует, наверное, дополнительную подготовку от дайверов. Дайверы-любители не везде могут погрузиться. У нас всего одно есть такое более-менее комфортное озеро. Оно находится в области поселка Пятихатки. Там есть крайне красивое озеро с кристально чистой водой круглый год. Но там по-прежнему холодно, так же, как, собственно, во всех наших водоемах. Поэтому в основном люди, конечно, кто не хочет экстримом заниматься вместе с нами в холодных водоемах, они тренируются ради того, чтобы ездить и путешествовать по миру и погружаться в красивую теплую воду. И щодо вас, яка найбільша глибина, під яку ви занурювалися? І подвійне питання, і що для вас взагалі означає дайвінг? Наверное, самое одно из ярких погружений моих и глубоких, это был затонувший корабль SS Maiden. Это риф Роки, юг Красного моря. Максимальная глубина 120 метров. Что для меня дайвинг? Дайвинг — это жизнь. Дайвинг — это ощущение себя в какой-то мере свободным. Ты когда погружаешься, ты находишься в мире тишины, безмолвия, и ты ощущаешь эту свободу, свободу дыхания с определенным комфортом и уверенностью в том, что ты делаешь. Что с людиною відбувається так на глибині 120 метрів, ну, окрім спокою, тиші? Физиологически ничего. Если человек правильно к этому подготовлен, если человек подобрал определенное количество жизненно необходимых ему газов, то есть у дайверов есть такое понятие, как мы дышим уже газом, мы не дышим воздухом на этой глубине, мы дышим смесью газов, с вами ничего не происходит. Вы такой же. Вы также дышите через регулятор, вы также себя достаточно хорошо чувствуете, как и на любой другой более мелкой глубине. Про группу ризику. От які захворювання в людини так свідчить про те, що краще утриматися, і дайвінг – це не для неї, можливо, наверное, это показания врача, но из основного у человека должно быть здоровое сердце, он должен быть хотя бы минимально физически подготовлен, чтобы выдерживать нагрузку элементарную, взять свое снаряжение и дотянуть его до воды, потому что под водой вы нагрузки никакой не ощущаете. Вы находитесь в невесомости, вы с минимальным каким-то, с минимальными движениями, с минимальной активностью перемещаетесь под водой, потому что вы хотите ничего не пропустить. Вы хотите увидеть коралл, вы хотите увидеть рыб, вы хотите рассмотреть красоту, может быть, даже сфотографироваться, либо сфотографировать все это под водой. Поэтому особой динамики там нету. Но вот то, что происходит до погружения, здесь, конечно же, у вас, как я сказал, должна быть хотя бы минимальная физическая форма. Вы не должны испытывать какое-то состояние одышки, когда берете в руки свое оборудование и тянете его к воде. Что найпрекраснейшее вы бачили под водой? Можливо, это была акула, або ж якась незвична риба, або ж якийсь дивовижний кораловий риф? Складне питання, мабуть, так? Не могу так сказать. Под водой все прекрасно. Даже ныряя в темную холодную воду наших водоемов, вы все равно испытываете некое ощущение того, что вы находитесь в другом мире. Вот для дайвера, наверное, погружение под воду – это погружение в другой мир. Каждый раз идешь даже в одно и то же якобы привычное место, как в первый раз.
потому что вы встретите там всегда что-то новое. Мы погружались уже миллион раз на одном из рифов, вот я сейчас буквально вспомнил, Красное море, есть такой риф «Аквариум». Там, как правило, начинается любая поездка по морю, и идешь возле привычного рифа, казалось бы, тебе уже знакомые те кораллы, которые поломали туристы, еще что-то, и тут раз выскакивает дельфин, там, один почему-то, там, махнул тебе плавником, полетел дальше. Каждое погружение, оно уникально. Нельзя так сравнивать, нельзя говорить, что я уже это видел, там, и что-то для меня ярче, чем то, что было вчера. Короче, мені мій знайомий також дайвер, знаєте, як сказав, а якщо ти хочеш там пірнати, до речі, у Червоному морі, там де карали, можеш загадати будь-який окрас риби, і там на протязі 10 хвилин ти точно побачиш цю рибу. І да, і ні. Не знаю, наскільки знайомий дайвер, але з глибиною у нас ісчезає цвітова гама. Наш глаз не сприймає цвіт глубже, чем 15 метров. Почему? Потому что солнечный спектр, он не проникает уже глубже, и за этой глубиной вы все видите серо-зеленого цвета. Даже в Красном море это все может превратиться в такую синюю насыщенную воду. И буквально декілька порад для людей, які, можливо, хочуть хоч раз спробувати дайвінг, але бояться. Що треба робити? Про що треба думати? Як готуватися? Думать только о том, что вы хотите, и позвонить мне, сказать: Андрей, хочу понырять. Пожалуйста, начать с комфортного бассейна, пройти основные навыки на мелкой части того же бассейна, подышать, попробовать себя в глубокой части бассейна, а потом уже можно тренироваться и двигаться дальше к морям, океанам. Ну що ж, я вам дякую. На жаль, ефірний час у нас закінчується. І нагадую, що в наших гостях був сьогодні Андрій Воробйов, керівник школи дайвінгу. Говорили так та анонсували про те, що на Дніпропетровщині дайвери встановлять новорічну ялинку на дні кар'єру вже традиційно. 17-й рік поспіль. Да. 17-й рік поспіль. Також хочу проанонсувати наші заходи у понеділок. Об 11:15 ми поговоримо про те, як прикрашають Дніпро, про ковзанки, про найяскравіші фотозони у місті, так, в парках. До нас завітає представник з департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. А о 12:15 ми вам розповімо так про те, що дніпрян запрошують зустріти Новий рік у лісі за грою в оселедець. Що це таке і як неї треба грати, як долучитися, ви почуєте та побачите, власне, понеділок. Якщо бажаєте долучитися до наших обговорень, задати якесь питання, або запропонувати цікаву для вас тему, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру, дзвоніть та пишіть нам, ми обов'язково вас почуємо і про важливі для вас аспекти запитаємо. З вами була Анна Гарбанчук, дякую за увагу.